На охоте сидят три охотника. И истории рассказывают. Один говорит, я иду один раз. На меня убегает носорог. Я прыгаю, сбиваю ему рог своим ружьем. В глаз целюсь. Он открывает рот, и я убиваю. Он такие, ну крутой ты чувак. Ну давай выпьем, давай. Выпили. Второй говорит, это еще что? У меня была история. Я иду по лесу один ночью. Волки. Волки, стая волков. Один патрон у меня. Один патрон у меня. Один патрон. Я, значит, с этим патроном бегу. Они за мной. Я на дерево. Они стояли 10 дней вокруг моего дерева. Я раскачивал дерево. И катапультой улетел в деревню и спасся. Ну ты вообще крутой чувак. Давай за тебя, давай. Мюнхгаузен такой. Штыр. Третий говорит, у меня была история. Вообще история. Я подхожу к берлоге. У меня амуниция. Я туда вставляю ружье. Долго жду, кричу, выходи, медведь! Он не выходит, и вдруг сзади меня так пам-пам, я поворачиваюсь, стоит 8 медведей. И я обосрался. Они такие вдвоем, ну ладно, что бывает? Нет, я сейчас обосрался.